вопросы ЖКХ, имущественные проблемы и аварийное жилье. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков провел прием граждан в штабе Одинцовского отделения «Единой России» на Можайском шоссе. Люди приходят с проблемами, которые имеют часто сложную историю. И, конечно, поход человека к депутату на прием – это делается людьми, когда уже какой-то определенный путь пройден, какая-то боль есть, и человек, отчаявшись, не может преодолеть и решить вопросы традиционным путем. Жительница Хлюпина недовольна работой управляющей компании. Из-за аварии в жилом доме не было горячей воды, рассказала Надежда. Но плата за коммунальные услуги все равно начислялась. Парламентарий принял решение подключить к данной проблеме областную госжилинспекцию. Сейчас нас передали в Одинцовскую теплосеть. Где находится Одинцовская теплосеть? Что она из себя представляет? У нас не было собрания на поселке. Актуальная тема – уборка снега во дворах. Распределение коммунальных служб по округу должно быть равномерным, отметил депутат. Пошел снег – это уборка улиц. Где-то они убираются не очень, а где-то, наоборот, избыточно. И вот координация работы коммунальных служб на территории тоже имеет важное значение. Записаться на прием к Дмитрию Голубкову можно посредством социальных сетей или по телефону 8-915-351-17-21. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».